На животе, на миске. Ой, кто скорее, кто быстрее. Рассыпали все. Смотри, поехал, поехал. Да? Кто в мисочке, в тарелочке стоит? Пока кормим с мелкой такой тарелочки, потому что мисочки, которые рассчитаны для щенков, они глубокие, как по мне, не сильно удобны. Вот, а тут они вот все рассыпят и едят потом с пола сидят. Малыши, карандаши. Водичка обязательно должна быть, если вы кормите сухим кормом. Это обязательно. Чуки-чуки-чуки-чуки, детки-детки. Пошел, пошел. Красавчик. Красавец мужчина. Чмок, чмок. Мне так нравится, когда они кушают. Главное все рассыпать. Там чмок, чмок, да? Полы у нас чистые. Мы моем специально обеззараживающими средствами, которые без химии, которые безопасны для детей, для животных. Поэтому позволяем так свинячить.